Ну и где мы? Не доверяешь мне, да? А, кстати, у меня вопрос, сэр. Ты же хочешь наоборот уничтожить все АУ. Зачем ты помогаешь Инку тогда? Прости, Инк. Да, все глюки должны быть уничтожены. Но если исчезнут оригинальный Санс, исчезну я. И кто же тогда будет удалять эти ошибки? А что до Инка? Я прикончу его, как только все закончится. Эррор, даже ты можешь иногда быть добрым. Я не стал добрым! Перемирие с этим придурком — вынужденная мера! Инк, что по-твоему бы случилось, если бы Эррор не согласился? Ну... Ты правда хочешь узнать это? Эррор, успокойся, прошу. Эррор. Чего тебе? Спасибо, что не убил. Заткнись и топай. Мы почти пришли. Привет, Санс. Эррор, ты лапочка. Эррор, ты маленький кусочек ошибочки. Тебе, небось, такого никогда не говорили. Ты в порядке? Беги! Ты прямо я! Теперь у меня будет братик-близнец! Стоп, что? Покеда! Эррор, стой! Ты куда? Расслабься, параноик! Я вернусь через часик! Эррор, стой! Пусть его там пока этот карапуз развлекает! Эррор, слушай, а почему вам с сынком не стать друзьями? Ни за что! Я терпеть не могу этого придурка. Поэтому я оставил его там. Он будет только мешаться под ногами. А почему вы пришли именно в Вандерсвап? Ну, на это есть две причины. Первая, тут вполне безопасно. А вторая, здесь есть кое-кто, кто может нам помочь. Никогда сюда не заглядывал. А как ты относишься к голубичке? Терпеть не могу этого мелкого. Я бы уничтожил всю эту чертову вселенную, если бы не одно обстоятельство. Ладно, и важно, забудьте. Эррор, как доктор Андайн может тебе помочь? Доктор Андайн? Это кто? В любом случае, я иду не к ней. Эррор, а у тебя есть вообще друзья? Ну или то, кому ты можешь довериться? Ну, есть один, но я его не видел уже очень давно. Да, что там рассказывать? Вы сами его скоро увидите. Ха, отвечаю, он сможет нам помочь. Пусть его там пока этот... Карапуза. Хе, пусть его там... Блин. Да что там рассказывать? Вы сами с его...